А вот, кстати, отошел от кулера. Кстати, Сергей Минаев уже 2,5 года ни слова о войне. И это, наверное, ну вот лидер новых тихих. Нормальное поведение же, нет? Ну, во-первых, я бы все-таки не стала пачкать не такое плохое понятие, как новые тихие, тем, что под него подверстывать Сергея Минаева. Новые тихие. Ну почему? Реально же не в крови Сергей Минаев. Сергей Минаев не в крови, но Сергей Минаев в говне во всяком. Как раз с Сергеем Минаевым я общалась лично, он меня даже интервьюировал для какого-то фестиваля летнего, который они организовывали, я уже не помню, что это было, в общем, что-то со Сквайром, наверное, связанное. Самый циничный человек, которого я видела вблизи. И издалека тоже, на самом деле, для меня. Самые хитрые, самые скользкие, готовые за мать, как это, ради денег продать и мать, и родного отца. Но ведь войну, ну, не, спасибо. Войну не поддержал. Ну, что значит, он не поддержал войну? То, что он не зиговал, не выступал, никуда не ездил, это только результат его невероятной хитрожопости. Но то, что он абсолютный конформист и встроен во всю эту систему, является ее бенефициаром, да. Но спасибо ему, что он не ездил в Мариуполь, да, и не обвинял там кого-то в чем-то.